Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве, по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от торговой марки Ranger. Это марка, которая является дочерней компанией Comanche. Модель велосипеда называется Magnum Comfort серия. Рама у этого велосипеда женская, как мы видим. Такие же велосипеды есть и с мужской рамой, более прямой. Но данная рама универсальная, и мужчинам, и женщинам также может подойти с легкостью. В описании стоит следующее сказать. Это велосипед стальной, рама стальная, но не думайте, что это плохо, это наоборот хорошо. Велосипедная рама от этого только надежней, долговечней и довольно-таки комфортная для езды. Вы же велосипед не в руках будете носить, а на нем ездить. Но стоит отметить, что велосипед имеет размер колеса 26 дюймов, колесо крепится при помощи гаек к вилке, снять невозможно просто так, без дополнительного ключа. Вилка стандартная, имеет ход 70 мм, ничего особенного, для того, чтобы хорошо кататься на прогулках. На этом велосипеде легко будет кататься в парках и в лесополосе. Тормозная система, как вы видите, механическая, веб-брейки. Переднее и заднее колесо тормозится при помощи тормозных ручек веб-брейкеры. Приключение здесь идет ревошистов. Это более комфортно для девушек. В принципе, никакого не соблюдается. Больше добавить скорости на себя, сбросить скорость вперед, крутим ручку и все. В отличие от тех моментов, когда есть монетки, два переключателя, девушки иногда путаются. Например, это комфортно для девушек. Руль здесь имеет возможность изменения высоты, что также плюс к этому велосипеду. Мы можем пустить и поднять, если велосипед покупается подростку, то, естественно, ребенок растет, поднимаем руль, больше комфорта. Система шатунов от торговой марки Ranger с соотношением зубов 22-38, есть защитный пластиковый щиток, комфорт добавляет он. Спереди идет торговой марки Шимано переключатель, хороший, нормальный, надежный переключатель. Сзади у нас стоит трещотка с соотношением зубьев на 6 передач, сзади шестерик стоит. И переключатель стоит от торговой марки Шимано, тоже хороший вариант для на велосипеда. Здесь стоят спицы стальные, простые, обычные, ничего лишнего. Ну и цена велосипеда тоже, вы понимаете, что более доступная. Для начального уровня ничего и не надо лишнего. Есть оба здесь двойной усиленный из алюминия. Ниппель у колеса с обычным автомобильным штуцером. Ниппель легко можно качать автомобильным насосом. Также есть здесь и специальные отверстия, при помощи которых можно установить багажник. Есть вот на это место скрепится одна часть багажника. Вторая часть багажника вот сюда при помощи специальных переходников можно установить, тем самым сделать велосипед из горного в туристический. Седло изменяет высоту при помощи легкосъемного эксцентрика. Это тоже говорит о том, что если ребенок будет расти, потом можно будет уже сразу изменять высоту седла. Педали пластиковые в комплекте к этому велосипеду. Ну и вообще велосипед сам по себе доступный по цене, в эксплуатации надежный. Легко будет кататься каждому. Если вас заинтересовал данный велосипед, обращайтесь в наш YouTube-канал. Мы всегда будем рады вам что-то написать, ответить. Если вас заинтересовал наш велосипед, приходите к нам в киевский велосипедный магазин, покупайте. Постоянным клиентам скидки.